готовим. Ура! У нас сегодня день пиццы. Мы любим пиццу. Мы будем вот с луком, помидором и еще с виновки. Первая пицца у нас будет вот со всякими вкусными овощами, с колбаской. С мясом! С солями, с ветчиной. В общем, вот такая вот вся вкусная. А вторая пицца у нас будет... Осьминожки. Осьминожками, с морепродуктами, Сашенька, с морепродуктами. Ну что, начинаем? Да, я буду... Тесто у нас слоеное, бездрожжевое. Можно самим сделать, купить готовое. Да, сейчас мы мажем наше тесто, тонко раскатанное, специальным соусом. Это кетчуп и чуть-чуть майонеза. Где-то 2 столовые ложки кетчупа обычного. И ложечка столовой майонеза. Хорошо-хорошо намазывать, чтобы вся-вся-вся была. Весь этот кругляшочек был весь намазанный соусом. Подай, Настя, маленькую ложечку, я тебе дам большую. Дай ей маленькую, допустим, маленькую намазывай, а ты большую. Намазывай тоже, Настя. Намазывай. Размазывайте по всей пицце. Все правильно. Давай. Ты много не накладывай, размажь вот это вот, что налила. По всему краю, до самого конца. Вот, намазала? Нет, еще. Вот отсюда, вот все до края, У меня больше нет на ложке уже. А давай смотри, я покажу. Уберем. Нам достаточно этого количества, то, что мы положили. Что наша пицца мягкая, сочная. Сейчас я до конца размажу, а ты в середине. Хорошо? Настенька, хватит. Ну что, готово? Да. Отлично. Убираем ложечку. Следующее у нас. Да. Правильно, все правильно. Да. Колбаска. Я ложу колбаску. Накладываем колбаску. А это вот так по краешку. Вкусная колбаска. Я даже ее схвачу. Сюда. Сюда. Молодец. Следующее что? Все, молодцы. Следующее что у нас? Лучок. Лучок вот у нас такой тоненький. Можно сама? Да, конечно. Можешь помидорчики накладывать, можешь грибочки накладывать. Что захочешь. Настя, он помидорки выбрала. Вот, накладывай вот эти помидорчики сюда. Да. Я лук буду с мамой. Лук много не надо. Вот этого достаточно, а остальное у нас на следующий. Так, что у нас тут еще есть? Грибочки. У меня еще и салатики. Вот, Настя, грибочки ложим. Давай, Сашенька. Лучок мы больше не ложим. Ложим грибочки. Это лук. Будет язычок щипать. Да. На, помидорчик накладывай. И перчик. Вот
пицца такой, такой интересный. Положим немножко, чтобы не скользнуло. А теперь мы посыпаем. Так, подождите, девочки. Это духовку не включили? Духовку ставим на 200 градусов. Полотенчик, полотенчик, вытираем ручки. Так, теперь посыпаем сыром. Готово? Я слышу потом. Хорошо, все, ставим. Духовку! Духовку! Пока наша пицца. Пока наша пицца. Готовься. Готовься. Ну, где-то она у нас будет готовиться. Пока-пока. Минут 20. А пока готовится наша пицца, мы готовим заготовку для пиццы с морепродуктами. У нас уже готов очередной блинчик. Мы также его обмазываем нашим супер соусом. А я пока порежу помидорчики. Помидорчики у нас все разошлись. Так. Сейчас готовим нашу пиццу с морепродуктами. Накладываем нашу слабосоленую рыбку. Это у нас А это мидии. Мидии? Да, такие ракушки. Это осьминожка. А это креветка. Помидорчики. Красиво. Красиво, Саш. Кто-то. Мама. Ой. Паша. Наша пицца.
пахнет как. Закончились. Ну, все. Ой, испугалась опять. Сырок у нас остался. Сырок сейчас будем посыпать. Вот. Побольше? Весь высыпаем. Весь. И расправляем его во всей вершинице. Да. Все, молодцы. Вторая приготовилась. Вторая приготовилась. Мы сейчас ее тоже отправим. Печься. Так. Бегаем от духовки, убегаем. Горячо. А, Настенька. Нет ножки. Ручки убирай. Нельзя. Так, наши забываются. Не ставим. Следующую. Вниз. А потом поменяем. А сейчас у нас третий блин. Итак, третий наш блин. Еще остался. А мы не знаем, из чего он будет. Он будет из ингредиентов, которые находятся в этой коробке. Вот в этой коробке. Давай откроем. Закрываем глаза. Глаза закрывай. Вот так вот. Закрывай на все глаза. Да, так. И руку засовывай, несмотря. Закрывай глаза. Несмотря, что ты вытаскиваешь. Открывать? Да. О! Это мармеладки. У нас третья пицца. Третья пицца будет сладкая. Так, Настенька, давай ты теперь вытаскивай. Закрывай глаза. Нет. Так неинтересно, да. Давай, вытаскивай, ручкой ищи. Ищи ручкой. О, это M&M's. Теперь я. Второй ингредиент. Теперь Саша. Закрывай глаза, не подглядывай. О, это Сникерс Макси. Супер Сникерс. Нет, да, теперь Настенька. Все, это третий ингредиент. Настюша. Закрой глаза. О, это лакомка, это крем такой вкусный, который будет намазывать. Ну и Сашенька. Это у нас будет сладкая, вкусная пицца. Вода! Банан мы положим. Последнюю очередь. Сейчас мы возьмем нашу лакомку. Возьмем ложечку. Ложечку. И ложечкой достаем нашу лакомку. Прям ложечкой доставай. Она растворится. Какой? Какой? Мягкий крем по всей нашей пицце. Так, не есть. Ну что это у нас будет? Сейчас все съедите. Ай! Нельзя! Куда? Смотрите, сейчас не будет ничего.
мармеладки. Я тоже ложишь. Погляд, давай. Мармеладки тоже расправляем. Вот это у нас пицца. Расправляем, медвежат, расправляем. Медвежат, расправляем. Расправляем, медвежат. Так, все, сейчас вот эту конфетку будем укладывать. Ее надо будет порезать. Слишком большая. Даже две таких конфетки. Кусочки. Можете брать кусочки и положить на пиццу. Не в ротик себе, а на пиццу. Ну, укладываем. Так, а теперь бананчик. А бананчик аккуратненько мы раскладываем во всей пицце, как помидорчик. О, Настюша. Настюша напробовала суши Эрмоденса. Вся разноцветная. Давайте накладываем бананчик. Мы договорились не в ротик себе, а на пиццу. Молочно-фруктовый коктейль. Здесь у нас 200 грамм пломбира, обычного пломбира сливочного, 100 грамм молока и 100 грамм клубничного, замороженной клубники. Да! Где у нас крючок? Достаем стаканы и наливаем. Ну как? Класс. Ну что, ждем пиццу. Ну что? Вот они, наши три пиццы. Наша необыкновенная пицца из сладостей. Поаплодируем. Нашей пиццы из сладостей. Нашей пиццы с морепродуктами, осьминожками и всякой вкуснятиной. И третья наша пицца с овощами. Что у нас тут? Колбаска. Помидорки, перчик, огурчики. Кто? Грибы. Какой будет первый пробовать? Ну что? Поздно? Вот у нас сегодня день пиццы. Коктейль молочный. На ручку прям бери кусочек и откусывай его. Там все самое вкусное. Давай, Настюша. Вкусно! Ну что, прощаемся? Да.
пока-пока. Пока-пока. Готовьте вместе с нами. Да. Пиццу. Приятного аппетита. Сладкую. Сашка.